кошмары вот эти с лапами есть, вот эти морские такие вот, за две Отлично. ноги они меня держат. И выкидывай на пол, на землю прям выкидывай, отцепляй с ног и на землю бросай всех. Как их там выкинула. Что? Посмотри на них внимательно. Сейчас они на что похожи? Они уже не на твоих ногах, а на земле валяются. Ну, они вот на таких червяков, вот у них такие вот длинные щупальца, как червяки. А давай теперь спросим, есть ли у них хозяин и как их зовут? Давай, на раз, два, три. Как зовут их? Вообще зовут Дьявол, говорит. Дьявол. Это настоящее имя? Да, настоящая. Настоящее. Сколько энергии этот дьявол забирал из твоего тела? На три. Раз, два, три. 88. 78, хорошо. А в какой момент этот дьявол заселился и цепляет тебя за ноги? В какой момент жизни? Ну, лет 20 назад. Лет 20 назад, хорошо, отлично. А при каких обстоятельствах этот дьявол мешал тебе действовать, двигаться твоим ногам, мешал тебе жить? Я тогда работала в ЖЭКе на Юнусабаде. Вот тогда он и заселился. При каком обстоятельстве? Что произошло? День, это ночь, А рядом это был какие-то люди? день, ближе к вечеру. У нас была гулянка на работе во время алкоголя. Ага, эта сущность зашла во время алкоголя. А, отлично. Посмотри сейчас на землю, хорошо рассмотри этого дьявола. Куда мы будем его отправлять? Или сначала мы заберем энергию? Ну, Сколько лет? сначала 20 свою лет? энергию. 20 лет, да. Отлично.